По театральной площади маршем прошли служащие различных родов войск – десантники, летчики, моряки и полицейские, а также курсанты училищ и казаки. Но самыми главными на празднике были ветераны. Они возглавили торжественную колонну, выехав на боевых автомобилях времен Великой Отечественной войны. Всех собравшихся на площади приветствовал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев уверен, чем дальше в историю уходят события той войны, тем выше ответственность перед будущими поколениями, которым необходимо передавать правду о Великой Отечественной. Полгода во власти врага. Страшное время оккупации для нашего края. Виселицы на улицах кубанских городов. Сожженные станицы, разрушенные предприятия и колхозы. Ожесточенные бои за Новороссийск, Туапсе, Крымск, Тамань. Навсегда в летописи героических побед Великой Отечественной войны. Разрушенная страна, но не покорившийся народ. Тот самый народ, который после войны всего за два десятка лет превратил наше Отечество в одну из сильнейших держав мира. Сегодня весь мир видит мощь российской военной техники, аналогов которой нет в мире. Главное предназначение этого оружия – надежная защита рубежей нашей Родины. Сильная и независимая страна, стабильная и процветающая Кубань. Это настоящее и будущее, которое мы создаем. За это настоящее и будущее наши отцы и деды воевали и отдавали свои жизни. Войны-победители, войны-освободители. Давайте будем достойны их памяти. С праздником вас, дорогие земляки! С днем Великой Победы! Ура! После того, как на театральную площадь вынесли Знамя Победы, в центр Краснодара строем въехала действующая военная техника. Это бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», зенитные установки и тактический ракетный комплекс «Искандер».